неравную схватку с фашизмом, как Россия. Как в 1941 году российская сторона, российская армия, хотя официально не подтверждено, что российская армия находится в Крыму до сих пор, де юре это не подтверждено, помогает не только русским, которые находятся под вот этим коричневым мечом фашистским, западенским мечом, мечом УПА, Бендеры и многих других авторитетов сегодняшней новой Украины, но и евреев. Евреи сейчас жертва на Украине. Многочисленные погромы, поджог синагоги в Запорожье, поджог синагоги на Подоле в Киеве. Бритвами изрезан еврей в Киеве. Евреев выслеживают, на евреев нападают. Паника среди еврейских семей. Я общаюсь, у меня много друзей на Украине. И никто не защищает. И почему-то агрессором с самыми наимерзейшими историческими параллелями либеральный мир выставляет агрессором именно Россию.